товарищ от ногайского народа говорит, мы все ногайцы против. Ты кто есть такой-то, щенок сопливый? Мы все ногайцы. Понимаете, да? Вот какая политика. Значит, я в сообществе, в телеграм-канале раскрыл цифру, что ногайцев всего 3,3%. Вроде бы люди, ну как бы, за такие патриоты, да, они часто за русских там пишут, то есть про русско настроенные, удалили. Вот, кстати говоря, о патриотизме. Когда к конкретике переходишь и начинаешь конкретику говорить, раз и удаляют. Хотя там я ничего такого грубого-то и не написал-то. Я, ребят, что-то оборзели, их там 3,3%, а русских там 34%. За кого он там вообще это требования выставляет-то? Ну, то есть оскорбляя русский народ. То есть для него это нормально, оскорбить русский народ, это нормально. Он подсоединил, они часто за русских там пишут, то есть про русско настроенные.